Всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня у нас челлендж. Как он называется-то? Что в агуши? Да, типа того, что в агуши челлендж. На самом деле нет. На самом деле это слайм челлендж, который вы любите. И блин, я в шоке от того, что на самом деле мы его снимаем. Потому что я у вас спросила под прошлым таким челленджем, продолжать снимать или нет. Ну, типа, это уже, наверное, 7-й выпуск, или 8-й, или 6-й. Ну, короче, дофига уже подобных челленджей отснято. Но вы просто толдычите. Снимите челлендж. Еще вы с майонезом предлагали снять. А еще что-то было очень интересное. Возможно, мы доберемся с водой. С водой я вообще не знаю, как снимать на самом деле. Кстати, если вы хотите такой челлендж с майонезом, то соберите под этим видео 15 тысяч лайков. Тогда мы поймем то, что это не просто предложение одного из вас, то, что вы это все хотите. А майонез какой будет, в ведре, либо в упаковке мяса? Не знаю, какой найдем. Напишите тоже, какой в ведре или в упаковке мяса. Как в упаковку, это все потом придется засовывать, вообще непонятно. В общем. Маленькая горошка. В общем, ваша задача сейчас написать в комментариях, хотите вы с майонезом такой челлендж или нет. Но сегодня у нас агуша. Это что-то очень странное. Это называется вода и сок. Ну, просто агуша, детское питание, короче говоря, что потрогала. Вы, думаю, все прекрасно знаете, что сейчас будет происходить. Мы будем вытягивать по одной штучке вот этой вот всего, и нам нужно будет не выбрать две агуши, в которых действительно агуша. В общем, давайте объясню для тех, кто все-таки не знает. У нас здесь 20 баночек агуши. Вроде бы 20. И в две из них не положили ингредиенты для слайма, оставили сок, который был изначально. И наша задача не вытащить вот эти вот две агуши с соком, а взять только то, что со всякими клеями там, присыпками, пенопластом, да, вот со всякими такими штучками. Я думаю, что уже стоит прибегнуть к магии. Давай, раз, два, три. Магия снова сработала, у нас появились контейнеры, у нас появились ложечки. Все, давай мешать. А что мешать? Давай, да, агуша. Сдвигаем агушу аккуратненько. Ой. Кстати, многие пишут, что я муклю их, трогаю. Нет, мне вообще, типа, пофигу, ну, Потрогивает она. Ой, знаешь, если бы я вот реально трогала и понимала, я постоянно бы не вытягивала эти ингредиенты. Ладно. А так, значит, все, давай что... теперь скидываться. Давай. Кто будет первым выбирать? Так, раз, два, три. Блин, что ты вас покажешь? Ну, ладно. Ну, блин, я оставила камень, это такой... Ну, как бы... Все, ладно, выбирай. Один фиг я... Буду выбирать первое. Итак, я хочу выбрать с закрытыми глазами и... Я выбираю вот этот. Непонятно, там что-то жидкое, надеюсь, что все-таки это не агуша. Так. Как это открыть, главный вопрос, ты знаешь? Давай. А, вот так вот. Подожди, давай вместе. Раз, два, три. У меня клей. У меня зеленый. Персикового цвета. Вау, ты даже не перепутал цвет. Обычно у тебя розовый, красный. Нет, розовый, зеленый какой-нибудь желтый. И наоборот. У меня розовый. Ура. Первый раунд плюсе у обоих. Первая баночка. Да, ну, первая баночка, первый раунд. Так, давай, управляй мной. Мне понравилось. Ой, что-то очень тяжелое. Давай. Пам. Закрытыми глазами было, нет? Ладно, давай. Ну, закрытыми нет, я была с открытыми. Давай. Пам. Я другую взял. Я закрыла глаза и открываю. Раз, два, три. Мне какие-то там... Я не могу открыть. Смотрите, какие штуки прикольные. Ого. Похоже на какой-то сухой корм. А я не могу открыть банку, представляете, только сейчас открыла и смотрим. Сухой корм для игрушек. Вау, у меня желтый. Кто-то желтый, у меня желтый. Обалденно. Совпадение, не думаю. Совпадение, не думаю. Все. Смотрите, штуки прикольные. Что это? Не понюхаешь? Непонятно. Короче, какой-то пенопласт. Давай. Давай я тебе выберу. Давай. Я тебе вот это выбираю. Опять какую-нибудь говняшку убрала. Что-то тяжело. Давай, теперь ты. Блин, походу сок. Давай я тебе вот это хочу. Вот это? Нет, вот это я тебе показала, да. Знаешь, у меня такое предчувствие, что здесь сок, потому что она такая тяжелая. Окей, давай. Раз, два, три. Желтый клей! Я так громко заорала, белый клей. Просто было настолько тяжелое, настолько объемное, что я думала, что там сок, который не вылили. И слава богу, это клей. Ура, смотрите, у меня оранжевый, желтый, белый, так это все красиво растеклось. Блин, это уже все растеклось, но некрасиво.
у меня такой желтый с этими штучками. Вообще прикольно так выглядит. Радужно. Так, давай, теперь я выбираю. Ой, выбирай смысл. Эники-бэники ели вареники, кто-то съел, кто-то не съел, я съела пельмени, а эники-бэники съели агушу. Вот это выбираю. Так, походу это... Подожди. Раз, я вижу, два, что у меня три. Прозрачный. А, нет, не прозрачный, белый, синий. У тебя просто прозрачный, белый. А он все прозрачный выливает. Да. У меня розовый был клей, если ты вдруг не увидел, потому что я не сказала. Это очень шумно. Вообще капец. Я все. Ты я все? Вижу. А, давай. Так, давай теперь закрывай глаза. Я перемешаю. И ты выберешь. Давай. Все, выбирай. Вот этот. Окей, давай, теперь я. Раз, два, три, четыре. Давай, брай. Воу-воу, давай. Легкая, нормально. Если легкая, то не страшно. Да, у меня тяжелая на самом деле. Два. Три. О, у меня клей. О, у меня розовые шарики, я уже вижу. Ты уже собрал столько всяких штучек прикольных. У меня такие штучки прикольные. Все, я добавил. Я тоже. Так, это штучки всякие. Теперь закрываю глаза снова. Давай. Давай ты будешь моей рукой. Не, я же вижу. Давай. Раз, два. А ты что посмотрела? Я думал, ты закрыла глазами. Да блин, я только открыла. Ну хочешь еще раз перемешать? Закрывай, давай, да. И закрытыми глазами выбирай. Давай, выбирай закрытые глаза. А, капец, вот эту беру. Ну, она вроде не очень тяжелая. Давай, теперь ты. Честно, конечно. Так, тихо, все. Давай, бери. Все, все, все. Взял. Давай смотреть. Ес, там не сок. Как ты догадался, ну, легкая? О, желтый. Он густой сильный. Желтый опять, прикинь. У меня вообще столько желтого. Ой, я, похоже, нарисовала, смотри, какого-то паука. Похоже? Или мне одно так кажется? Так, все. Я все вылила. Интересно, мы уже столько вытянули, и здесь нету пока что сока. Он вообще сегодня будет. Давай, закрывай глаза, не подсматривай. Я перемешиваю. Закрыла, давай. Все. Так. Угу. Траливали, тили-тили, пули-пули. Все потрогала, короче, какая-то. Да блин, я потрогала. Ладно, ну, давай возьму еще. Молодец, давай теперь я. Давай. Подожди, вот ты, я тебе даю время перемешать, а ты мне не даешь. Давай. Все? Давай. Пустоту бери. Бери и открывай. Блин, я походу влип. Че? Сок выбрал. Сок? Ха-ха-ха-ха-ха. Злобный смех. Это сок походу, да, смотрите. А-а-а, реально. Ну, мне кажется, что это прикольно для спайм. Это как вода. Че, вкусно? Как вода, сок. Вода? Ну тут называется написано. Вода и сок. Логично, как вода с соком. У меня клей был розовый. Слушай, я тоже хочу, чтобы мне сок попался. Чего ты так мало добавил? Мне кажется, мне не получится с вами. Да я тебя умоляю. Все. Я добавил. Давай, я закрываю глаза. Давай, закрывай. А, ага. Я хотел закрыть просто. Просто хотел закрыть и подождать, чтобы нам кто-нибудь перемешал. Выбирай. Хочу, ой, вот это пускай. Опять потрогала все? Да не трогала я ничего. Да ладно, шучу, давай. Я теперь. Сок второй подряд. Я только хотела сказать, блин, неужели мне сегодня не достанется сока в этом челлендже? Хотя я люблю вот этот вот агушевский сок, но мне нравится яблоко с виноградиком. Пресно, конечно. А тебе попалось яблоко? Яблоко мне все попалось. Короче, да. Все, осталась я без сока. Не попью я вкусного сока, зато у меня, надеюсь, получится классный слайм. Надеюсь, у меня получится, хоть бы получился слайм. А ты хоть добавил сок-то второй? Да, добавил. Ну все, ладно, давай, я закрываю глаза. Я опять проиграл. Глаза. А, закрывать? Давай, закрывай. Кто проиграл, кто выиграл? Закрываем? А, просто любой берем. Давай. Кто проиграл и кто выиграл, решаете только вы, поэтому зря так сказал. То есть, у кого слайм прикольнее, тот и выиграл. Так, у меня розовый клей под цвет шариков розовый. О, у меня оранжевый клей. Походу у меня будет какой-то оранжевый сегодня с вами. Оранжевый? Какой оранжевый? А розовый? Какой это? Это оранжевый. Вообще красный клей. Ладно, красный клей с оранжевым подтоном. Так, давай, выбирай. У нас, получается, сейчас будут последние две баночки, правильно? Да. Или мы все добавим? Да, наверное, все добавим. Все добавим?
Окей, мы, я мы же сок выбрали. Ну да, тогда мы... В смысле, мы не мы, а ты... И в смысле я. Короче, ты все вытянул. Давай. Я возьму вот этот. Ой, это... Короче, я как-то случайно так открыла, и оказалось, что это реально нужно было открывать, потому что здесь внутри... Корешки, а реально снег. У меня песок, уже какой челлендж подряд? У тебя песок, в смысле, у меня снег, короче, прикиньте. Надеюсь, снег все впитает. Весь сок? Да. Как это достать? О, фига выглядит. Капец. Нормально, ну, попробуй. Прикольно. Так, давай выбирай. Давай, я выберу вот этот. Я выберу вот этот. Что у меня посмотрел? Там... О, у меня оранжевый. Зеленый. Раз, два, три. А, у меня сейчас... У меня оранжевый. Все. Все, я тоже все добавила. И, блин, я испачкала палец. И сейчас у нас будет что с тобой? Магия. Мы магия. Сейчас будет у нас магия. Сейчас все уберем с стола, либо не мы, либо магия, и добавим активатор. Давайте, раз, два, три. Вот такая вот у нас магия. Люблю эту магию. Слушайте, мне кажется, что сегодня у меня получится классный цвет, потому что у меня все цвета между собой сочетаются. И у меня тоже, так что давайте мешать. О, у кого-то реально будет крутой цвет. Реально. Ой, у тебя вообще красивый. У меня тоже красивый, смотрите. У меня желтый вообще не сочетается с розовым. С розовым? Ну вот смотри, а, вот. Шарики розовые, да. Вот бы мне они попались, да? Вообще было бы круто. У меня реально получился такой розово какой-то персиковый, что ли. Так, цвет. Добавляем активатор. С блестками, потому что... Ой, какая жесткая штучка. В песке были блесточки. Жесткая штучка? Ну, где? А, блин, не открыто. Он тоже надо открыть. Все запаковано. Активатор. В агушке как будто продается активатор, знаешь? Да, вот берете просто такую агушу запакованную. И можете заключать с вами. Это обманываешь, нет. Ну, на самом деле, нет. Кто знает, как делать активатор, напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Для тех, кто не знает. Потому что я миллион раз отвечала на этот вопрос под разными челленджами, видео, и вы все равно все время спрашиваете. Я уже устала отвечать, что я раз по 5, по 6, по 7 за час отвечала на этот вопрос. Потом думаю, блин, почему вы такие невнимательные? Если надо, вы найдете рецепт. Поэтому просто напишите в комментариях, я закреплю это в комментарии. И начинаю перемешивать руками. Уже, что ли? Да. Этим мы с тобой и отличаемся. Я до последнего буду вымешивать все лопаткой. Ё-моё! И что-то не сходится. Мистер Активатор нужен срочно. Где вы, мистер Активатор? Help Не, я все больше добавлять не буду пока. Да? Да. А мне точно нужно. Ладно, я сейчас помешаю, 3 секундочки. Ну, может, у меня останется еще. Да, мне точно нужен мистер Активатор, поэтому дружника зовем мистер Активатор. Приди на помощь. О, вот и активатор нам подогнали. Мистер Активатор пришел. Ой. Положил активатор и ушел. Блин, мне кажется, я так много сейчас активатора добавила, что просто капец. Ну, такой интересный слайм получился. Меня да, еще видеть там со снегом, с соком. Это там вообще полный трэш. 2 hours later. Похож на Лизуна из Охотники за привидениями. Ага. Так он был прозрачный, правда? Такой жидкий какой-то, капец. И вываливаю. Че, боишься еще активатор добавлять? Да я не знаю, мне, короче... Он все жиже и жиже становится, как будто. Обратный процесс пошел. Уже да, мне кажется. У меня все готово, у меня все, мне кажется, идеально. Он очень жидкий, знаешь? Ну, когда я потрогаю. Смотри, как растекается быстро. Так это клоуд слайм, это сноу слайм. И прилипает сильно. Он должен быть такой, да, они всегда прилипают сильно. Ну, добавь еще активатор, смотрите, какой крутой. Давай, все. Он вообще, он как елка. Елка с игрушками. Я еще добавлю активатор. Упс. Упс. Кто-то переборщил. Сливай в контейнер. Надеюсь, все нормально у меня получится. Вау. Я тоже надеюсь. И смотрите, получится все нормально. Заело. Ну, он прилипучий, капец. А у меня классно, короче, хрустит. Хочешь потрогать мой? Сейчас, подожди. Успокоиться и потом опять заюзать свой. Весь стол, короче, сделал. Еще кошмар. Как ты мне дашь свой, если у меня тут... Все заюзано твоим. Да-да-да.
Все в активаторе. Смотрите, как офигенно. О-о-о-о, это была... Авария. Attention. Авария. У меня прям офигенный слайм получился. Знаете, тут один клей, и он сам по себе очень классный. Смотрите, как круто дуется из него пузыри. Что ты что натворила? Прости, пожалуйста. Я не хотела, я не специально. У меня тебе цвет получится. Какашка. Какашка, реально. Вспомни хоть раз, чтобы я такие пузыри надувала огромные. У тебя вообще крутой. Да, он классный. Я люблю классный слайм. Реально монстр, короче. Монстр. Ой. Монстр. Давай меняться. Давай. А, сейчас я подпущу. О, у тебя прикольный. У тебя? Глянцевый. У тебя классный слайм, как я уже и сказала. О, прикольный. Опсинг. Аварисинг. Взорвался. Короче, у тебя? Что? 20 из 10, наверное, я не знаю. Классно, да? Вообще классно. Смотри, у тебя даже дуются пузыри из него. И опять какой он у тебя прилипучий, жесть. Вообще капец. А можно еще активатора добавить? Добавлял уже тонну целую. Не помогает? Нет. Бесполезно. Хотела хлопаться прикольно. Бесполезно? Бесполезно. Знаете что, Денис добавлял тонну активатора в этот слайм, но он все равно у него мега вот такой вот прилипучий, и это... Что? Бесит. Б. Бесит. Б. Бесполезно. Б. Баттер слайм. Б. Бакс, который к нам сюда пришел. Б. Б. Бакс. Б. Пришел. Б. Привет. Привет. Вы что делаете? Говорит, он реально просто пришел и говорит, приветы. Он только проснулся. Убирай его отсюда. Он не хочет уходить. Он все, да. Он остался здесь. Говорит, я с вами ничего не знаю. Че вы челлендж без меня снимаете? Все, Бакс, давай, иди. Как тебе мой слайм? Я даже не знаю. Мне кажется, я уже сказала несколько раз, то, что он реально очень классный. Он прям офигенный. Единственное, что он раздражает, то, что он сильно прилипает. Но ты же сказал, то, что тут бесполезно. Добавлять в него активатор. Слушайте, он классно хрустит. Офигеть. Вообще, такой необычный, типа, знаешь, флаффи слайм, сноу слайм, все в одном. Потому что он классно хрустит, как флаффи слайм, но при этом он размазывается, как сноу. То есть у него здесь есть этот снег. И, блин, это настолько прикольно. Смотри, как классно он растягивается. А что, как тебе мой? Я тебе сказала, что у тебя 20 из 10 просто. Он тебе реально прикольный. Да, ну это просто один клей, по сути. Один клей. У тебя тут всякие разные приколюхи. Он пахнет столько. Да? Нюхал? Нет. Пахнет. Так издалека, ну. Не издалека. Ну, может, для себя. У меня просто нюх, как у собаки. Я унюхала сразу. Снова тяжелый выбор, знаете ли. Какой слайм лучше? Вот мне кажется... Мне кажется, твой лучший. Они разные вообще. Мне не понравился мой вообще. Я, короче, твоему ставлю тройку. Ну а вы можете проголосовать в комментариях или наверху вот здесь вот подсказку постараюсь. Смотрите, в прошлый раз я не забыла, я создала на каком-то челлендже. Это победа. Вы, наверное, там проголосовали, если не проголосовали. Переходите на другой видос, включайте подсказку и голосуйте. Не зря же я ее вставляла. Я прям такая, блин, я забыла вставить подсказку, надо вставить подсказку. И вставила подсказку. Я просто вообще могу. А, так что да, ребятушки, голосуйте, голосуйте, голосуйте за слайм. Вот здесь вот наверху когда-то уже должна была вылезти подсказка. Может быть сейчас вылезет, я не знаю. Или можете в комментариях поголосовать. Что тебя засосало? Вообще классно. На этом челлендж подходит к концу. Да, офигеть, сколько пузырей надулось. Просто жесть. Да, действительно, челлендж подходит к концу. Монстрам нужно... Уложиться в банку. Да-да-да, иначе они просто и нас... И отдыхать. Всех тут замонстрят, как говорится. Замонстрят. Вот. Не забывайте поддерживать, ставить большие пальчики вверх, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, а также пишите в комментариях, хотите ли вы челлендж такой с майонезом, хотите с кетчупом, с горчицей. Ну, вообще... ваши бешеные идеи мы, может быть, обязательно исполним. Да-да-да, вообще, хотите ли вы еще этого челленджа? Тоже напишите в комментариях. Ну а на этом все. Мы вас очень сильно всех любим и увидимся совсем скоро. До скорых встреч. Всем пока.